Слышно меня? Слышно вас. Я переписала вот молитву вечернюю, и там написано «Святой Боже, святой, крепкий, святой бессмертный». И мне замечание делают. Я правильно читаю или нет? Святый надо или святой? На сайте написано «святой». Ну, святой – это по-русски, а святые – по-церковно-славянски. Это то и другое правильно. То и другое правильно. Ну да, ну привыкли мы считать святые, потому что так во всех храмах считается. Мы такие люди, как мусульмане, ничего не знаем. Людям надо дать понятное. Но если в этом как-то люди верят что-то, почему не прочитать святые? Святые надо читать. Потому что святые – это прилагательное, это не существительное. Вот в чем дело-то. Тут немножко надо поправку какую сделать. Павел говорит, я для всех сделал совсем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Не растерять последних, а приобрести. Я всегда считаю святые. Ну, там бы исправили тогда. Почему не исправили? Торопиться не надо. Переписаны. Вот считает, когда Господи помилуй, Господи помилуй. То я считаю так, Господи помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Оно маленько доходит до самого хотя бы. Спаси Христос. Аллилуйя. Никого больше нет. Отхожу. Аминь. Спасибо.